для вас маленький сюрприз, потому что не только грамматика и наши верные друзья пришли к вам сегодня в этот день, а еще пришли очень важные люди нашей школы. Как вы думаете, кто? Правильно, встречаем! Дорогие первоклассники, радостно сейчас находиться в зале вместе с вами. Казалось, совсем недавно мы провожали и приводили вас в первый класс. И вот сейчас мы стоим на сцене, и вы выучили буквы. Мы поздравляем вас с праздником окончания букваря. Аня, посмотри, как они выросли. Знаешь, Тая, со сцены это действительно видно намного лучше. Да, ребята, этой весной мы уже заканчиваем школу, а у вас так много классного всего еще впереди. Ребят, хотелось сказать, что, несмотря на то, что вы уже выучили буквы, мы не могли прийти сюда на сцену с пустыми руками. Поэтому сейчас я держу в руках книжечку, с которой каждый из вас сможет ознакомиться, когда мы придем к вам в гости. Также хотелось бы сказать, что сейчас у вас начинается еще один очень интересный новый этап в жизни. Вы должны всегда верить в себя, никогда не отчаиваться и помнить, что если что, у вас всегда есть рядом близкие люди, друзья, которые готовы вас поддержать. Я сейчас скажу, что будет не просто, но очень интересно познавать.